Злоумышленники специализировались на кражах электроинструментов и лодочных моторов. Один из задержанных получал заказы от клиентов на тот или иной инструмент определенной фирмы-производителя. Как правило, нужные вещи находились на территориях дачных товариществ. То, что вы сейчас видите, лишь малая часть похищенного. И давно вы этим занимались? С конца 2016 года. То есть самого ценного, что похищали, вспомнить можете? Лодочные моторы. Генераторы и виброплита, наверное. Материальный ущерб, причиненный дачникам и владельцам лодок, по самым скромным подсчетам, превышает 1 миллион рублей. Но оперативники уверены, что данное дело будет многоэпизодным. По тем эпизодам, которые они сейчас у нас находятся в изоляторе временного содержания, около 25. Да, но вещи изъято намного больше, то есть, естественно, намного больше будет эпизодов, намного больше будет потерпевших. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных. Денис Желтов, Вести, дежурная часть, Саратов.